Тема такая, что сейчас такой непростой рынок, все увлечены всякими криптовалютами, там все мои друзья стали покупать Virgin Galactic, это очень странно, хотя они до этого про рынок не знали, там бум IPO, вот это все очень пугающе. Поэтому тема презентации называется «Стоимостное инвестирование. Последняя опора. Настоящее стоимостное инвестирование по книжке». Ну вот биржа сейчас отмечала вот этот экспоненциальный рост участников, он просто парадоксален, растет как биткоин. Прирост уникальных клиентов плюс вот эта серия приложений биржевых, это просто настоящая революция, все вокруг торгуют и еще и зарабатывают, это удивительно. То есть все вокруг зарабатывают деньги, все мои друзья заработали деньги на Virgin Galactic, но это просто в голове не укладывается. А я с ним спорил, что не надо покупать, надо покупать там порт Ванина. Парадокс. Вот. В то же время мы видели недавно такой позитивный цикл снижения ставок в России, о чем мы тут говорили на каких-то предыдущих выступлениях, вот эту диаграмму я показывал. Но сейчас мы должны заметить, что курс повышения ставок начался, а понижение ставок вызвало как раз и этот приток вот этих огромного количества клиентов изначально из-за того, что ну, это хорошая альтернатива депозитам, которые были размещены когда-то под высокие ставки, а теперь они упали до 3% там, в реальном выражении. Все разбираются в высоких технологиях, там, в космосе, в биотехнологиях, я не знаю, там, в каких-то компонентах для 5G, микропроцессорах. Ужас. Ну вот я показывал, там, писал как-то пост, и находил, тут на фото журнал «Чип» 2003 года. Я взял чип, который у меня реально был, декабрь 2004 года, и прямо оттуда брал фотографии, и те лидеры, которые там были технологические, они вымерли просто там. Alcatel, Nokia, да, вот Motorola. Помните, такая была классная раскладушка Razer V3? Может, у кого-то из вас была. И очень трудно было тогда понять, что вот эта компания, которая сейчас всем нравится, и я сам пользуюсь ее продукцией, да, будет лидером. Там был вот такой компьютер нарисован. Это был там один из первых iMac'ов. Вот. Как можно было догадаться вот там, что вот эта штука будет чемпионом? Да это просто невозможно. То же самое и сейчас предугадать, что будет через 10 лет в этом технологическом секторе, ну кажется, ну это простому человеку нереально. Найдите вот такой журнал, посмотрите, что там было. Ну, то есть все изменится. Но люди сейчас увлечены вот этими технологическими акциями после того, как они уже выросли. Это в голове не укладывается. Возникла вот эта иллюзия легких денег. Появилась целая группа парней, которые там в движении FIRE, которые видят, что рынки всегда растут, можно просто вложить деньги какие-то в акции, быстро там где-то их заработать, вложить деньги в акции, жить на дивиденды, и все это классно, и там просто на этот прирост фантастического рынка. Вот эта вот история с пенсией ранней захватила молодых людей, да, то есть люди в 35 лет думают о пенсии, или там в 25, я не знаю, но это парадокс. И вот говорят о том, что там надо брать в пенсионный портфель какие-то акции долгосрочные. Я показал, что это просто невозможно было даже в 15 лет назад выбрать эти акции, которые сейчас на коне. А те, которые были на коне, они все исчезли. Вот эта иллюстрация, как было в 29-м году про чистильщиков. Да? То есть беру пенсионный портфель акций Ford и General Motors. Действительно, за Ford'ом и General Motors было будущее, но как выбрать было тогда из 100 производителей именно эти компании? И тем более их акции все равно не выросли. И только в 54-м году они вышли в плюс. Популярные акции. Вот, я даже писал тоже пост такой, что те, кто собирали зачем-то выйти на пенсию в 35, в 45 все равно придется идти на работу, если мы нарвемся на вот какое-то такое глобальное снижение, вот которое здесь показано. Да, после роста в 20-х произошло снижение, после роста там в 60-х произошло такой кровавый боковик, который не все выдержали, но он просто, может быть, акции не упали, но инфляция их сожрала. Там в Америке инфляция была там 7, 8, 10%, потом 15%. А акции все время стояли на месте. И вот что-то потом было после пузыря .com. И суть моего выступления сводится к тому, что вот эти парни, которые здесь изображены, тут, впрочем, изображен Баффет в двух ипостасях. Молодой Баффет и уже в возрасте. Но сейчас он еще более старый. Да, но вот они, несмотря на то, что были такие сложные времена на бирже, как-то заработали и, собственно, стали знамениты, и они пропагандировали некое стоимостное инвестирование, что, собственно, является темой нашего доклада. Как родилась вот эта вся наивность, которая сейчас захватила нас, откуда, почему пришли эти миллионы инвесторов? Ну, тут три пункта, я считаю. То есть выдающийся, без сомнения, американский фондовый рынок и американская экономика. Просто потрясающий, там, наверное, это американский дух, капитализм. Он взят сейчас за эталон. Никто не берет за эталон японский рынок, германский, французский, российский.
Хотя там 30 лет назад японский рынок был очень популярный, если бы в него вложились, или там немецкий, то, наверное, сейчас бы у вас не было таких иллюзий.